Итак, город Ханан. Ханан, Хан, Ханан. Или не Ханан. В общем, мы в раю и паркур. Ала. А ты хорошо двигаешься. Я был в армии. Он будет меня учить. Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Опа. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. Ну вот. Я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. Ну, 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 ну. Еще раз. Нет, еще раз. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Без ингибитора. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? Так бывает в первый раз. Но потом уже лучше, если, конечно, выживешь. Хм. Лови! Хочешь сказать, я мог умереть? Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Отлично. Не-не-не, говорить это мы успеем еще. Я еще раз хочу показать просто графику. Ух, я когда смотрю на эту графику, я думаю только, одна мысль. А что здесь было бы, если бы у меня была бы карточка 3080, а? Что просто было бы, а? Какая графика была бы? Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычно люди боятся вас. Но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом. Теперь я заражен. Путешествовать будет сложнее. Тогда добро пожаловать в новую жизнь, друг. Осмотри это место. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Угу. Ну, сейчас опять лазить, проверять. Ясно. Продолжить. Путешествуя на крышах. Странно, что там вместе оружие. Окей, понятно. Улья с медом. Это ясно. Окей, мы запускаем сканер. Бумажки. Что мы взяли? Снова бумажки. Вот. А в таких будет... местах люди многое прячут. Если не успевают донести до убежища засветло. Обязательно что-нибудь найдем сейчас, конечно. Ну, металлом. Вон там что у нас есть еще. Ага. Так, вот здесь что вот. Что это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Угу. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Подожди, подожди, подожди. Я еще не все обыскал. Стоять. Тут еще что было? Тут еще была корзинка. Металлом. Поэтому он сказал, пойдем. Конечно, уже ничего ценного не осталось, наверное. Ну, ясный пень. А, вон там. Не, все. Ну да, все. А металлом он везде валяется. Вот здесь что-то есть. А, ромашка. И ромашка везде есть тоже. Ну, пойдем, пойдем. С тобой. О, и начинается динамика. Опа. Опа. Молодец, я. Нам куда? Нам туда. О, роспись. Взяли. Паркурчик. Еще раз. И он меня ждет. Ага. Паркурчик. Давай.
прикольно. Стой! Стоим. Значит, у вас армия есть? Это мертворцы. Они с людьми также. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Понятно. Так, я буду с ними стран, это мне знакомо. Расскажи мне о них. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных, нужно это признать. Весьма эффективные убийцы. Ага, но их порядок имеет свою цену. Не забывай, или ты играешь по их правилам, или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Так, я буду с ними осторожен. Это мне знакомо. Выбираем уже. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А базар — это бочка с порохом, которому хватит и искры. Графика. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Чем дальше время идет, тем все красивее и красивее. Так, вопрос. Кто залезу? Держу так, чтобы знать, что все цели. Оп. Смотри. Мы так залезем. Ой-ой-ой. Кто там был внизу? Кто-то орал. Темнеет. Темнеет. Быстрее, открывай ящик. Куда нам? Задача обновлена. 17 метров. Так, окей. Открываем ящик. Ладно. Сейчас. За это мы получим биомаркер. Не-не. Блять. Пусто. Воры. Украли. Постой. О. Нет, нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Угу. Тут о. Хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования в ВГМ. Угу. А ты что на ВГМ, тебе лучше не знать. А ты что на ВГМ? Я мало что могу рассказать, но его мне дал Дилан, бывший ученый из ВГМ. Его убил человек по имени Вальц. Перед смертью Дилан отдал мне ключ, чтобы он не попал к Вальцу. В нем должны быть важные сведения. Надеюсь больше узнать о нем в рыбьем глазе. Посмотрим, ладно? О! О. Блять! Опоздали! План Б! Бежим! Бежим! Эйден, ты здесь? Все в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. У нас получится. Со мной, быстро. Быстро, быстро. Так. Ультрафиолет, символ безопасности ночью. Ясно. Таинственная защита, гарантированная защита от пораженных, зараженных, поэтому ищите его, если вас преследуют. Чтобы использовать чутье выжившего, это скобежать. Ну, Q и отметьте объект значком. Ну ладно. Вон он. Близко. А если меня там будет, то еще.
ножу, да. Слышишь? Боже. Мы почти на месте. О. Еще немного. Голова. Да, бежим. Открывай. Эй! Стой на свету. Хакон. Давай, открывайся. Хакон, Крикун близко. Твою мать. Биомаркеры. Нет времени, за нами гонится Крикун. Биомаркеры. Ты оглох, за нами... Я сказал биомаркеры. Вот. А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти Пусть нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уёбок. Уёбок. Открывай! Все, надо драться. Ах ты кусок! Куда бежать-то? Ай, эй, завалю их, сука, чёрт твою мать. Не, меня завалят. Меня влёт. А, близко, куда бежать? Я же не знаю, куда бежать-то. Фиолет там. Ой, ёбаный. Да, блин, короче. Я не знаю, куда бежать. Все, мне хана. Да мне хана. Куда-то я не туда бегу. Кстати, негатами было прикольнее. Я всех не смогу убить. Так, вот еще один. Куда идет? Я надеюсь, что может специально я их
могу завалить. И даже спокойно я побежу. Побежу. Он скажет, воо. Пахни с кривом голове. О, ладно. Хорошо. Создать. Раз, два. И все. Теперь. Так, мы до рассвета дождемся и все здесь будет светло. Погоня, уровень 1 из 3. То есть, ага, слабый уровень погони. Ну и отлично. Скоро рассветет ее. Ультрафиолет, вон там ультрафиолет. Я вижу. Еще где-то одно. Как туда залезть? Лезть буду, они ко мне сзади. Я лезть боюсь. Вдруг они сзади. Ой, ну я же слышал, они где-то там есть. Тупо. О. Ага. Пришли. Ну. Говорить. Нет, друзей, да? Киллиан, отвлеки их! Отвлеки. Это я могу, это я уже научился. Киллиан! Киллиан, блядь, открывай! Блядь, сука. Киллиан! Открывай, чтоб сука. Ты не споткнулся, а мой труп и сдох! Засранец! Это я могу. Задержи их! Задержу, это я уже потренировался. В этом плане я потренировался. Я не мочил, поэтому не проблема. Чёрт, их дохрена! Дохрена, ну я ж дохрена. Молодец. Мы справились. Мы справились. И, конечно, я внизу всех убил. Хрен не справится там. Нам нужно внутрь! Я пытаюсь! Киллер! Я знаю, что ты там! Ой. Куда? Это последнее. Думаю, да. Так помоги мне. Ну, конечно, если бы я их... Что-то там... Что там еще? Помоги мне. Пилигрим! Так, еще одна атака. Так, слышу их. Так, что ценное у вас здесь есть? Может, что-нибудь ценное есть? Так, тут у нас есть трос. А там внизу мутанты. Да, там внизу мутантов дофига. У вас низкий уровень здоровья. Это мы можем. Так, это у нас черная кошка. Нашем. Что нам нужно? Эх, говорить нужно. Я ж думал, я всех убил. Пиздец. Пиздец. Ой, жок. О, черт, Киллиан. Ты бы еще подождал. Я бы так и сделал, но не хотелось утром сгребать твои кишки с порога.
Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Вот это редкость. Или пусти нас, или это будет еще больше редкостью. А это кто? Так, Эйден, Пилигрим, сначала пусти нас. Да я скажу, кто я. Я человек открытый, у меня все на виду. Все мои аккаунты на виду. Меня легко найти в интернете. Пожалуйста. Заходите около центрального вокзала. Можете меня найти в Тбилиси, город. Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты проник в город? Я тебе все расскажу. Только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил. Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Какая картинка на стенке, прямо как. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь шуфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям? Я? Конечно. А вот ты вряд ли. Давай, передохни под лампой. И не слушай этого кретина. Идиот. Помнишь, как мы помогали людям? Конечно, помню, засранец. Убежище. Стать сильнее, ложитесь спать. Все, приехали, что ли? Ну, тогда оглядимся еще. Я сделаю перерыв. О, мое рабочее место. Компьютеры. Да, я что говорю, меня очень легко найти, если что. В смысле, в реале. Это город Тбилиси, вокзал. Наберете там установка Windows, ремонт компьютеров. И около центрального вокзала моя локация будет видна. Меня время от времени блокируют на Google картах. Но я все равно снова. Или по-грузински Windows из Гатаканеба на Фейсбуке. Здесь мне ложить, где мне надо спать. Ну там на второй этаж есть, да. По-моему, нет. Ага. Туда мы не залезем. Туда мы не залезем. Ну, я хочу... Сраный таксист и мать Тереза в одном лице. Ты же умел готовить. Все говорили, что тебе надо заняться готовкой. Готовкой. Жить было бы проще. Так, платка. Двойная булава. Поменять. F подобрать. Платка здесь лежит. Это мы взяли. Готовить я тоже люблю. Так, перед сном поболтаем с мужиком. Не, ну освещение какое все такое. Консерванты, все. Блин, это же просто видеокарта. Все, что, короче, все, что есть, короче, такого неестественного, вот эти листья, все это. Это все из-за моей видеокарты, потому что, ну. А, GTX 970. Ну вот как газ горит, например, да? Видите? Натурально так. Давай поболтаем еще перед сном. Но нет, тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать. Мне нравится этот мужик. А ты мог бы просто... Мне этот мужик нравится. Готовить. Отлично. Так, где я могу спросить про биомаркеры, спросить про ингибиторы? Мы спросим и про это, и про другое. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Как у тебя. Вот почему люди готовы что угодно отдать за новый. Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. Так. Давай продолжим разговор. Ты, Хакон.
Вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. Спец донишну любиназами. Конечно. Ингибиторы. А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Многие не выдерживают. Ну, я выжил. Я сказал большинство. Так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Угу. Ну и все. Поговорили. Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем? Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Вроде ты хороший парень, но... Послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. Угу. До утра все равно ничего не сделать. Так, тут я лягу спать, а здесь я пойду перекусить. Готов обед, это он там готовит. А я чё, рыжий что ли? Вот че у нас такое желтенькое светится? Ложитесь спать. А это у меня тайник. Тайник мы еще заглянем. Оружие сваганит. Так, фонарик. О, с фонариком прикольно. Вообще обалденно, да? Ты кого-то ждешь? У нас тут вечеринка. Серьезно, ты уже можешь идти спать. Спасибо. 6 утра вообще-то на часах. Ну. Ты что, боишься здесь спать? Можешь не бояться. По крайней мере, сегодня. Нет, я компьютеры люблю. За компьютер хочу сесть. Я не привечаю гостей, и у меня хороший аппетит. Так что не рассчитывай на обед. Нифига себе. У меня тоже хороший аппетит. Жадюга, блин. Я тебя своим обедом не угощу там. Думаю, тебе нужно отдохнуть. Да ты серьезно, что ли? Ну... Бессонница? Болтает. Так, сейчас у нас будет сон, походу. Вот я не знаю, мне останется... Думаю, тебе нужно отдохнуть. О, все, вот сейчас он начнет повторяться. По-моему. Все высказал, по-моему. Думаю, тебе нужно отдохнуть. Ага. Ну, как в любой игре. Все, кончились реплики у него. Вот когда нейросети подключат к играм. У нас тут вечеринка. Прикольно. Вот серьезно, ты уже можешь идти спать. Нейросети, если подключат, он все время будет разное болтать. Это будет гораздо прикольнее. Без нейросетей он выскажет какие-то реплики свои, да, которые у него. Ты есть. Кого-то ждешь? Все. У нас тут вечеринка. Пошел повторяться. Серьезно, чтобы нейросети работали, идти спать. Для этого игру придется покупать. Чтобы она в онлайн. Коннектилась. Сети, конечно, да. Ладно, спать так спать. Бессонница? Все, пошел повторяться. Да ладно, иди ты. Все. Больше ничего интересного что, мне не скажешь. Все сказал. Все фразы. Так, теперь у нас будет сон. Эй, Дэнс Мэйден, малышка, глупышка. Найди меня. Доброе утро. Ваше такси в госпиталь ожидает. Очень смешно. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Вот у нас дверь сейчас откроется, да. Маркеры, чему и новое сюжетное знание. Даже... Вот что в этих играх, короче, сильно напрягает, это не знаешь, на каком месте тебе лучше остановиться. И играешь. Я уже, пожалуй, мне лучше было бы остановиться. Но я не хочу пока выходить, потому что я еще в тайник не заглядывал. Мне нужно в тайник заглянуть. Там посмотреть, что с оружием, может быть, оружие какое-то сделать. Что за тень пролетает от облака? Луна классная. А чё я ночью проснулся? Вообще.
Удерживать тап, ну ничего. Тап. Встретиться с Хаконом в больнице. Окей. Хорошо. Это понятно. Что включить фонарь. Так. Угу. Это тоже понятно. Но! На этом месте я, пожалуй. О, кассета. Давай возьмем. Дневник ночного бегуна. Искусственный коллекционный предмет. Все. Паузу.